Здравствуй, мама, я пишу тебе письмо. Здравствуй, мама, и у меня все хорошо, среди солнца все нормально, у меня в глазах стоит туман. Он не знает, как мы ходим по горам, он не знает, и как бывает трудно нам, как приходят и наши юные года. В Дагестане идет война, под шумы срыв гранат шагает наш отряд, и от разрыва все дрожит земля. Под шумы срыв гранат шагает наш отряд, и не отступим мы с тобой назад. От шумы срыв гранат ветра зря летят. Молодыми мы приехали сюда, в Дагестане, где сейчас идет война, незабытна. Ты в бессонных тех ночей и лица погибнешь друзей. Будет демен, вот приеду я домой. Здравствуй, мама, я вернулся, я живой. Посмотрел своей матери в глаза, посоря ведена. От шуми срыв гранат шагает наш отряд, и от разрыва все дрожит земля. Под шумный срыв гранат шагает наш отряд, и не отступим мы с тобой назад. От шуми взрыв гранат ветра сера летят. По ночами я слышу взрыв гранат, просыпаюсь, вспоминаю тех ребят однолетних. Мне покой за тех парней, кто остался в той войне. От шума взрыв гранат шагает наш отряд, и от разрыва все дрожит земля. От шума взрыв гранат ветра сера летят.